Вечер добрый, друзья. Показываем наши приманки. Татики, вот она называется у нас вот это один Татик 4, четвертая модель. Она идет как воздушный змей с двумя лапками, тут шарики. Вот на новых моделях здесь на соединении тоже будут шарики, значит. Но здесь хвост вот такой. Вот двухязычный такой, как сказать, тонкий такой двойной хвост. Хорошая. Силикон немножко жестковатый, можно было. Вот. А это кусочек обгоревшего силикона там попало, ничего страшного. Ну вот, получаются такие приманочки у нас. Пожалуйста, обращайтесь, если кому-то заинтересовало, можем делать любой размер. Вот. Дальше, вот если другими переделывали его, здесь поставили еще шарики. Вот, миллиметров 6, тут так, шарики, чтобы лапки хорошо прикрепились. Вот, вот такие воздушные змейки у нас. Спасибо за внимание.